Родители, отправляя детей в летние лагеря, переживают за их безопасность. И самое важное, чтобы сами дети и персонал оздоровительного центра знали, как действовать в случае ЧП. Наступает пожароопасный период, который продлится все лето до осенних дождей. А потому уже сейчас отрабатываются действия в случае возникновения лесного пожара. И это очень важно, потому что летние лагеря расположены в лесной зоне. Итак, вводные учения, которые состоялись в центре Лазурной. Замечен огонь неподалеку от мансарды, прямо за забором лагеря. И пожарной охране необходимо сдержать натиск огня до приезда пожарного расчета. Для антуража дым, выпущенный из дымовой шашки. Несколько минут, и на помощь охране приходят сотрудники Балаковского лесхоза. Вместе они пытаются справиться с огнем. В итоге возгорание удалось потушить совместными усилиями после прибытия пожарного расчета из города. К этому времени черный дым уже заволакивал округу. Огнеборцы раскинули рукава и отправились в заросли на подмогу тем, кто уже сражался с огнем. Несколько минут, и пожар ликвидирован. В это же время с территории лагеря эвакуируют отдыхающих. Стройными рядами, без паники, они движутся к автобусам. Одному из ребят стало плохо, и его транспортируют к карете скорой помощи. Пострадавшему необходима госпитализация, поэтому автомобиль везет его в составе колонны в стационар. Кортеж сопровождает автомобиль ДПС. Сегодня в соответствии с комплексным планом МЧС Российской Федерации в период 17 по 19 число проводилось командно-штабное учение по тушению лесных пожаров. В рамках данного командно-штабного учения сегодня была проведена тренировка по тушению лесного пожара в районе объекта с массовым пребыванием людей. В данном случае центр реабилитации Лазурный. Значит, к данной тренировке были привлечены добровольная пожарная команда центра реабилитации Лазурный, одна единица техники, 4 человека расчета, плюс Балаковское лесничество, одна единица техники, 4 человека расчета, и Федеральная пожарная служба в лице первого отряда ФПС МЧС России по Саратовской области. Кроме тренировки по тушению лесного пожара была проведена тренировка по эвакуации детей и администрации лагеря.